Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Техноенот и его команда. В эфире очередная серия проекта «Календарь автомобильной истории», в котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, а быть может и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 14 октября. 14 октября 1857 года родился Элвуд Хейнс, американский пионер автомобилестроения. В 1893-94 году сконструировал, построил и успешно испытал в Такома, штат Индиана, первый безлошадный экипаж. Автомобиль с одноцилиндровым двигателем мощностью 1 лошадиная сила, который развивал скорость до 10 км в час. Автомобиль был продемонстрирован на выставке в Смитсоновском институте, Вашингтон, округ Колумбия. Вместе с братьями-аперсонами основал компанию Хейнс Аперсон, которая в 1898 году приступила к выпуску автомобилей. Хейнс – изобретатель многих сплавов, в том числе хромистых сталей – хром-вольфрамовой, хромо-никелевой и хромо-кобальтовой. 14 октября 1909 года, еще одно день рождения, родился Бернд Розмайер, немецкий гонщик, чемпион Европы 1936 года. Был наряду с Рудольфом Карачиолой одним из известнейших немецких автогонщиков довоенной эпохи, будучи одновременно одним из символов Третьего рейха, имея звание Гауптштурмфюрера СС. Погиб на трассе Франкфурт-Дармштадт или Франкфурт-на-Майне. 14 октября 1977 года на Горьковском автозаводе собрали первую чайку ГАЗ-14 второго поколения. Правда, автомобиль с порядковым номером 1, единственный выкрашенный в темно-вишневый цвет, собрали годом ранее и в декабре 76-го подарили на 70-летний юбилей большого автолюбителя Леонида Ильича Брежнева. Второе, последнее поколение «Чайки ГАЗ-14» выпускали с 77 по 88 год. «Чайку» сняли с производства по указанию Михаила Горбачева под предлогом борьбы с привилегиями. При этом основную часть технологического оборудования уничтожили. Машина предназначалась исключительно для служебного пользования и никогда не была в свободной продаже. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20:00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами и напомню, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал «Техноенот» на YouTube. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра!